А где Нейт? Домой. Ха! Хорошо. Здорово, народ, вы на канале Арти, у нас снова Смайт, с вами как всегда Арти. И необычная катка в моем исполнении, потому что многие знают, что я не люблю необычные пики. Но на данный момент, на данном этапе, на данный патч Фенрир не самый актуальный билд в роли саппорта, как вы поняли по названию. Поэтому погнали ролик смотреть, там Фенрир саппорт, ставим лайки, подписываемся на канал. И да, я рад вас всех видеть. Никогда не было, и вот опять, как говорится. Фенрир суппорт. Так, что нам нужно на суппорта? Нам нужен шилд, правильно. Вот это. Ну и банки. Все, погнали, изи билд. Записывать будем? Ну, может, и запишем, ё-моё. Стрим идет, дела хорошо. Да, да, все как обычно, ребят. Если стрим идет, вы все на стриме, значит, дела хорошо. Значит, дела хорошо. Блин, скин такой прикольный. Почему я им ни разу не играл? Здорово. Здорово, Борис Животное. Кстати, 500 тысяч лет тебя не видел. Как же больно в начале, блин. Все нормально, все нормально. Здорово, здорово, здорово. Хорошо, сейчас будем защищать, сейчас все будет нормально. Ах ты, крыса! Случайно, случайно, сейчас все нормально. Герсес Диаганг. Тайминг, да-да-да. Как же я хочу в него троечкой прыгнуть, подамажить его. Слушай, Нейт нормально кидает, кстати. Тихо. Ерсес нужен ганг. Два дракона на саппортах, ребят. Спасибо за подписку. За подписку. На подписку. Спасибо большое, ребят. Добро пожаловать, как говорится. Рад вас всех видеть. Надеюсь, у вас все хорошо. Настроение кайфное. Играем в смайтец. Че со смайтом? Уже все хорошо. Это просто вакханалия. Вакханалия катка, чат. Ну, плохо, что Гуана убили, конечно. Рейтинг 55 минут, у меня написано 20 минут. Хорошо, хорошо, хорошо подамажили, хорошо. Не спеши, Нейт, сильно не спеши. Что? My mistake. Ну, как-то странно, я прям в него кинул. Герсис стрим слушает? Не знаю. Бля. Ага, крипов как чистить теперь? Да зашел лох-то. Это глюк был. Я умер? Маны нету. Маны нету. Мана появилась в самом конце, блин. Ладно, нормально, нормально, нормально. Здорово. Hello, hello, hello. Не-не, нет-то проблем, нет. Нейт, нет проблем. Все нормально, чат. Я первый раз на Фенрире саппорте, но все нормально. Я прям уверен даже то, что мы выиграть можем. Знаете эту катку?
Вы же любите трэш-катки, я знаю, вы любите трэш-катки всякие. Как Сильванус АДК, вы видели? Почти 2000 просмотров набрал. Сильванус-то. Для СНГ смайта это очень хорошо, я вам так скажу. Фен не трэш? Нет, фен сейчас трэш. Да что за тайминги в смайте нынче? Или я старый стал, чат? Не, не отвечай, чат. Я знаю, что ты ответишь. Не нужно отвечать. Здорово, 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 здорово. Сильванус АДК не контрится? Ну ты видел катку? Я просто не знаю. Я не буду пока варды покупать, обойдется. Я разбалывал, там просто вообще в щи. Да, да, Metal Storm фармятся, конечно. Очки на Твиче фармятся, если... Главное, чтобы стрим был открыт. Кто не может быть на стриме, вы просто делаете качество минимум, оставляете стрим, выключаете звук и все. Че, обосрався? Пол хп я избрил. В джангле? Не-не-не, в саппорте, я саппорт сейчас. Минус ульт. Хорошо, хорошо, Герсиас, хорошо. Аполлона, Аполлона можно убить. Умничка, умничка, Нейт. Все, моя задача станчить ульту и принести. Ты не нужен, без тебя справляться. Так это хорошо. Я буду разводить на обилке, если честно. Да-да-да. Чисто играем дракончиком, который тапочки приносит. Только Герсиас смог пойти Фенриром в саппорте, но Герсиас пошел этим Купидоном в джангл. Да, без урона, конечно, это просто жесть. Фенрир без урона. Спасибо за подписку на арте. Спасибо за подписку, ребят. Что ты делаешь, мать? Ну и такое тоже бывает. И такое тоже бывает. Здорово, Эдгар. Нет, с подписчиками не играю, сорян бы. С одним подписчиком играю, который последнее время что-то этот подгорает слишком быстро. Ну получается, что так, Харбингер? Получается, что так. Парни, принес вам тут подарок. Хорошо. Хорошо. Давайте, два дракона бегут. Герсиас будет тройка-единичка, тройка-единичка, тройка-единичка. Ай, блядь. Хорошо. Опять у меня маны нету, а что с моей маной постоянно? Ой, а что с моей маной постоянно? Не понимаю. Она просто кончается, она испаряется. Как-то сжигает ману. Ну ладно, я саппорт, чат, я саппорт. Я должен, моя задача саппортить. Не во всех же катках. Оп, промазала. У меня же не во всех катках должно быть овер много урона, правильно? Правильно.
Стартер достак, да не могу, видишь, достакать. Тебя что нам походу дела, да. Согласен. Согласен. Стой, маленький. Сейчас убьет его. Даже ульт, наверное, не буду юзать. Даже ульт не буду юзать. Опять маны нету. Не, мы уже недавно обсуждали это, Харбингер. Это трешня была бы, если бы кто-то ману сжигал. Да не, будет молоток, тоже будет. В билде молоток тоже будет. Да не-не-не, это жестко, ты шо. А где Нейт? Домой. Ха-ха. Хорошо. Это было хорошо, это было вкусно. Так, все, мистикл есть, будет доп урон. Хоть какой-то доп урон, потому что урона нету вообще. Да, антимаг из доты сюда бы зашел, он бы всех убивал бы. Хорошо, Герсис. Ой, плохо, 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 раб, беги. Красный беру. Это Купидон лес? Да, 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 да. Вот, кстати, Купидон Лес — это тот человек, с которым единственный, с кем я играю в пати, если что, периодически. И то мы сейчас на рандоме попались, лол. Да, бляха, муха. Я не знаю, куда бежать. Ко мне иди. Ко мне иди, у меня шилд есть. Ты по-любому на стриме, Герсиас. А то он не сможет, да, он не сможет. Но я бы его спас, я бы его спас. Но он не мог, он тройку уже юзнул. А у него даже есть мана была, он же сначала на тройке ушел. Вот и килл, уже второй килл, ё-моё. Я правильно понимаю, что для накопления очков зрителя на скин нужно 500 миллионов стримов? Нет, 7 тысяч в неделю, по-моему, поинтов ты можешь фармить. Здорово, здорово, Макай. Блин, как мне больно дамажит Мерлин, меня аж раздражает. Спасибо это. Спасибо за подписку. Плюс СБП, да, плюс ставки, ребят, не забывайте, плюс ставки еще. Ля-ля-ля, что делать? Хорошо. Хорошо. Есть еще штука, которая, ребят, увеличивает. То есть дает дабл. Дабл фарм очков. Она стоит 600 гемов. Там скинчик вы покупаете. Там скинчик вы покупаете, и он удваивает ваши поинты. То есть можно 14 тысяч в неделю накопить. Я все, я хочу ролик сделать вам по этой, по фарму этих штук, но у меня просто реально времени нету. У меня реально времени нету, типа, на этот. Как так-то, блядь? Я умер. Нет, я думал, таврка меня бьет. Ай, блин, он тоже пришел. Да
Да в смысле фидер 2-4, я на саппорте иду, 2-4, нормально все. Просто вот этот фарм очков, он долгий, да, но скины того стоят, там реально годные скины, они поэтому сделали так дорого. Там хорошие скины, они меняются, то есть вы постоянно можете фармить эти скины. Вот, по-моему, достойно, по-моему, достойно. Пестильниц нужен, думаешь? Ну, она молодец, что могу сказать. Она выбила баф, выбила Герсиаса. К сожалению. Нет, только с Твича, Николай, только с Твича. У меня поэтому многие зрители на Ютубе сделали себе аккаунт Твича, привязали его и сидят, фармят. Ну, вообще, в теории я должен быть всегда рядом, на самом деле. Вообще, в теории я должен быть всегда рядом. Так. Be careful, right. Жаль, что тут баф убившему не перед ней, но это была бы имба тоже какая-то. USA. Нужна польза от стримера. Я разыгрываю игры, разыгрываю скины смайта, батл пассы смайта. Даю вам поинты зрителя. Когда выходил ручком, по не давал доступ к ней. Польза от стримера, все понятно. Нужна польза от зрителей, братан. А вот Darkrex когда-то был топ-донатером у меня, да. Я пока больше, да многие больше по ютубчику, только как бы этот, очков там зрителя не прибавляется. Где Аполлон? Здорово, да, да, я здесь полностью БП собрал, я даже в Fortnite БП почти выфармил, мне 2 левела осталось. За 10 дней или за сколько я по-любому их выфармливаю. 2 игры полностью закрыты по батл пассу. Не убило. Здорово. Минус бицы. Ну я дал сколько мог урона, ребят, я дал сколько. Вот, Герсис, дабл килл. Хорошо, хорошо, хорошо. Вермак, это все до поры до времени. Я бы тоже сделал заказ музыки за донаты, но Twitch ругается на это очень сильно. Сейчас никого не трогают, завтра будут банить, допустим. Я не хочу, зачем? Интересно, сколько черепашки будет стоить? Но все пророчат, что больше, чем обычно. То есть больше 750 гиг. Кстати, когда черепашки выйдут, не забудьте, блин, по моей рефералке это купить гемы, кому не трудно будет. Не осталось там для вывода хрен да ни хрена. Обычный 650. Руби стоил 750. Ну, есть подозрение у меня, что черепашки могут и 950 стоить. Есть у меня такое подозрение. Хорошо, что я делюкс набор купил, там 1000 плюс гемов, поэтому жду черепашки, изи. 750 написано? А, ну тогда все. Тогда 750. Я не помню, чтобы почитал так было. Не, я читал, но я не помню, чтобы было именно 750, чтобы прям цена была. Здорово, планете, здорово. Планти, как ты мог Among Us пропустить? Вообще не понимаю. Ух, хорошо. Я не знаю, имеет смысл тащить вообще этого. Домой. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
Ну нормально, мы их вообще разваливаем. Если скины черепашек зайдут, купишь, так они топовые. Уже были обзоры, они офигенные. Здорово, ёжик. Это называется невнимательность. Можно пропустить. Жалко, он с собой не забирает. Было бы вообще ему. Ах ты ж, блин, со своей ультой. Unfortunate. Чё бы ещё такого взять, прям мощного? Прям хорошего и мощного, а, чат? Блин, вообще не знаю. Чё-то на хп хочу взять, чтоб ещё пожирнее быть, как бы. Арандайт. Слушай, ну давай попробуем арандайт, почему нет? Он, правда... Не знаю, ну давай попробуем, ладно, почему нет. Я бы, наверное, лучше бы Придвин какой-нибудь собрал, ну ладно. Можно оба, можно и оба, кстати. Блин, такой вкусный гор. Как же его просто распепелили. А, их, они все тут? Я умер просто так. Они все? Алло? Это что такое? Дробилку я бы собрал, если бы не был саппортом. Моя-то задача жить, а я урон вообще не держу. И куда гнома с АБД? Я думал, хоть кого-то потащу уже. Зря ты его... Так не он меня все равно убил. А, или он меня убил, да? Ну, бывает и такое. Хорошо. Да, можно, Вермак. Чего? Какой вопрос? Так банят, если ты с ним контракт заключил? С кем с ним? Я на 3 левела, кстати, перефармил саппорта их. За музыку, да, банят, могут прислать. Но мне не присылали письмо по поводу вудов. Сейчас же всем письмо пришло, мол, типа, удаляйте свои повторы и все такое. Поймал, чтобы не ушел, чисто. Хорошо. Я, короче, дефаю Герсиса, и мы выигрываем. Хорошо. Хорошо. Купидона через Трансценденс. Всех, кто бьет скиллами, лучше через Трансценденс. Не, неправильно ты слышал. У всех площадок есть свои правила, Вермак. У всех площадок есть свои правила. Неважно, партнер ты или нет. Короче, сначала Придвин все-таки. Я так посчитал, что мне нужен Придвин.
О, несу уже вам. Хорошо. Здорово, Рош. Вообще изи. Хорошо, хорошо. Здорово, здорово. Не, нет, недавно. Час, просто у Смайта серваки лежали. Здорово. Блин, да нормально, смотри, Фенрир-то саппорт заходит, лол. Нормально Фенрир саппорт заходит, да? Шестнадцать ассистов, нормально. Только ура больше каким-то образом. Кабум. И все равно такое ощущение, что маны очень сильно не хватает. Я, кстати, хотел Ахпучем поиграть сегодня на миду. Доброе утро, ребят, доброе. Добричка. Смотри, насколько перефармливаю их саппорта. Лол. Я понимаю. Тут я понимаю саппорт, да? О, блин, давайте, наверное, будем вот это вот фармить, да? Наверное, да. Или шкуру. Ладно, нет, давай плащ. Что, сейчас заканчивать уже будем? Скорость атаки, говорит. Лол. Ну, это минус дракон. При всех раскладах. Господи, сколько у меня урона даже в таком билде. Блин, ну уже не выдержал. Еще и атаку от нее не выдержал. Не, ну работу свою полностью выполнил. Что меня удивляет это прям. Как бы очередная нестандартная катка, и она меня удивляет. В прошлый раз Сильванус АДК в нулину, да, я выиграл. Там киллов наделал. Вообще, столько, сколько не делаю на АДК. Сейчас суппорт Фенрир. Сильва АДК ОП. Но я там очень много киллов сделал на Сильванусе АДК. Ну прям очень много. Пол титана снесли. Зачем? Зачем ульт? Ошибка, ульт ошибка, мне кажется. Нам надо Gold Fury сейчас забирать. На 5 левелов я перефармливаю их саппорта. На 5. Как же хилит? Так у нас там Рай хилит, Гуан. И плюс Нейт двойкой может хилиться. Это просто жесть. У них должно быть антихила просто овер миллион. Раз, два. У двоих только вижу антихил. У двоих только антихил нашел. А, вот третий. Третий вот он. Не, нормально, нормально. У них тоже по антихилу нормально. Думала добьет, да я не знаю, там овер много хп было, куда же добивать-то. Пофармимся, 20 левел. Чтобы сбежать, так он же не нападал. В чем смысл-то? Все, 20 левел. Изи 6 левелов выиграл у саппорта. 6 левелов выиграл у саппорта, чат. Come and get some.
Ты куда маленький 14 левела? Хорош. Хорошо, хорошо. Все, это изи победа. У Герсиса конфетку отобрал. Так, нам нужно сгруппироваться и просто выиграть эту катку. Блин, бесит, что сбивают, конечно. Он просто хочет закончить. Соло буду заканчивать. Ну такая вот еще одна трэш-каточка. Да, я считаю это трэш-каткой. Да, я не люблю нестандартные пики, но как по мне, Фенрир вполне себе зашел. Как по мне, Фенрир зашел. Короче, для Ютуба можно, поэтому мы оставим лайки, подпишемся на канал, и будет хорошая каточка очередная.